Вот этот красавчик тоже пришел под номером, поэтому название, наверное, ему еще не присвоили. Это тоже растение от Decorum. Цветочек 9 сантиметров, цена 350 гривен. Корневая шикарная. Вот такой вот красавчик тоже у нас Биглип есть, 300 гривен. Для меня это новый сорт. Сорт пробит, называется Ромелон. Не знаю я этот сорт. Розетка, как видите, компактная. Листики смотрят вверх. Хорошая корневая. Ну, вот кому что больше нравится. Кому бабочки, кому биглипы. Видите, бутончики есть. Цветочек крупный. Красивая. Октопус по цене 300 гривен. Это подарок. Сорт очень красивый. Восковичок. Это летнее цветение. В зимнем цветении он более яркий и насыщенный. Октопус 300 гривен. Панда. Молодое растение, цена 250 гривен. Вот такая вот желтая коробка у нас есть. Когда приходят вот такие сорта, я говорю, что ними можно резать хлеб. Настолько плотный у них цветочек. Очень плотный цветочек. Как пластмассовый. И она такая миленькая. На ней миллион цветочков. И у нее такая красивая губа. Шикарный цвет. Такая рябенькая губа. Ну, красивая, очень красивая. Очень хочется поймать цвет, но, к сожалению, не могу. Она лимонного цвета с бордовой такой серединочкой. Шикарная. Очень красивая. Цена 350 гривен. Компактная розеточка, небольшие листики. Красавица. Little Zora. Второе название — индийское солнце. Тоже мне очень нравится. У него тоже плотный цветочек. Очень такой прям тоже как восковой. Яркий, 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 яркий. Zora, кстати, я не помню, чтобы он когда-то падал в цене. Два цветоноса 450 гривен. Сорт пробит. Яркий красавчик. И очень долго цветет. Ну и, конечно же, королевская особа. Violet Queen, фиолетовая королева. Два цветоноса, 400 гривен. Эта барышня тоже любит, как видите, доращивать цветоносы. При транспортировке она бутоны сбрасывает. Цветы остаются, бутоны сбрасывает. Но дома она их доращивает. Вот смотрите, здесь такие вот заложены мелкие-мелкие. И будет цвести очень долго. Она всегда пушистая, долго цветущая. Красивая. Violet Queen 400 гривен. Сорт Street Wise. И тоже цена прекрасная. 300 гривен. Восковик. Бутоны, цветочки. Цветочек очень у него плотный. Компактная розеточка, шикарная корневая. Streetwise. Вот этот мне чем-то даже похож на сорт гранат. Это Intermezzo. Тоже очень красивый сорт. И тоже прекрасная цена, 300 гривен. Ребята, зимой таких цен не будет. Интермеццо. Корешочки. Такие толстенькие, хорошие. Цена 300 гривен. Diamond Sky. Бриллиантовое небо. Два цветоноса, 400 гривен.
Соло Юкидан, ребята, не могу его поставить на подставку, потому что растение высокое, в 15 горшке, это уценка, как видите, цветы есть, доцветает, цена 300 гривен, 15 горшок, растение огромное. В уценке Соло Юкидан есть две штуки. Водопад Виктория, ребята, кому нужно, последние два раза водопад Виктория приходит по прекрасной цене 500 гривен. Почему говорю по прекрасной? Потому что водопад Виктория приходил 680-700 гривен. Поэтому, если кому-то нужно, напишите. Водопад Виктории будет у нас в следующем завозе. Этот занят. Поэтому, кому нужно, пишите по предзаказу, оставим вам. Вот такие вот ярко-желтые у нас есть. Цветок очень крупный, 10 сантиметров. Цена 350 гривен. Есть Феррара, цена 300 гривен. Выбор у нас шикарный. Вот этот биглип сорт не знаю, сейчас достану его. Смотрите, какое цветение шикарное. 11 сантиметров цветок. Цена 350 гривен. Такой один. У него есть второй цветонос, но он как-то так вот его здесь закрутил. Видно, были сломали, видите? Но он живой. Вот, продолжает расти. Бутоны не засушил, поэтому вот здесь вот внизу еще будет цвести. Есть такая особенность у фаленопсисов. Если есть хотя бы немножечко питания, цветонос расцветет. А, вот, смотрите, и здесь еще со спящей почки и еще идет одна веточка. Поэтому, когда вот, говорят, что там убили растения, ну, я всегда говорю, что фаленопсис – это очень живучие растения. Для того, чтобы его убить, это, ну, много надо. Крупноцветковый биглипчик, цена 350 гривен. А у этого красавчика, смотрите, сколько здесь еще бутонов. Нежно-нежно-розовый с ярко-желтой губой. Цена 350 гривен. Ребята, держу, чтобы не свалился, потому что растение тяжелое, большое. Не очень удобно снимать одной рукой. Извините. Ну, этого красавчика сорт я, к сожалению, не знаю. Ребятки, у нас много растений по 250, по 300 гривен. Доставать все не буду, потому что их великое множество. А, кстати, вот есть у нас еще биглипчик нерассказанной истории. Нежный романс. Это все по сниженной цене. Вот эту красоту сорт не помню. Выпал из головы, не помню. Он пахнет. Вот этот тот, который на нижних сепалиях, у него точечки, он пахнет. Если правильно помню, сорт Royal Tiny Kiss. Ребята, есть у нас еще два пафеопедилума. Вот это американец. Если кто хочет поиграться, здесь есть семенная коробочка, можете посеять. И есть Мауди. Ой, сейчас скажу, господи. Нет, все правильно, потому что поздно снимаю и уже бывает что-то забываю. Это пафеопедилум Мауди Фемма, зелененький, цена 400 гривен. Красивый мраморный листочек, две розеточки. Есть у нас шикарнейший кустик Льюиса. Это Льюис Три Принц. И смотрите, та-дам! Вот это он у нас уже дорастил в магазине. Это то, что я говорю, что вот такие вот сорта, которые очень красивые, бывают довольно такие вот привередливые в транспортировке. Он быстро, очень быстро у нас отцвел, как видите. И вот это уже дорастил бутоны у нас в магазине. Цена 500 гривен, взрослое растение. Есть у нас инжир, его еще называют фикус кариса.
Его можно содержать и в квартирных условиях, он прекрасно плодоносит. Если большой куст, его можно срезать. И если он будет у вас находиться в доме или в квартире, будет плодоносить круглый год. У меня инжир есть, но так как я живу в доме, у меня он растет на улице, поэтому, соответственно, зимой плодов у меня нет. В доме у меня инжира еще нет. Большей частью мне занимают цветы, но вот именно вот этот вот вид инжира плодоносит в доме. То есть его можно высадить как на улицу, так и оставить его в квартире либо в доме. Цена 250 гривен. А есть еще у нас вот такая красотулечка, хоя лакуноза. Кто интересуется хоями, я думаю, знает, как она цветет. Если кому-то интересно, не знает, посмотрите в интернете. Нет, напишите, я вам сброшу фото цветения. Это ароматная лиана. У меня есть хоя, но другой сорт. Цветет, очень приятно пахнет. И легко размножается. Это хоя 200 гривен. И еще у нас есть вот такой-то дантелосум и анцидиум. Все они к нам приходят под наименованием камбрия. Цена в этом заводе у них 200 гривен. Они очень ароматные. И с ними проще размножением. Размножается делением куста. Есть у нас еще один паучок, но он отцвел, поэтому, к сожалению, цветение не могу вам показать. Ну, давайте еще поговорим о миксах, которые я показывала вам в прошлом заводе. Миксы у нас еще есть. У нас на них акция. Если берете 3 и больше, они идут не по 180, а по 150 гривен. Миксы есть разные, но опять-таки, мальчики, девочки, большей частью девочки. Я не знаю, как вам еще донести, что микс, я не знаю, какой там сорт. Поэтому и цена у него такая приятная. У кого-то лейкофантастик расцвел, у кого-то тайсука джаспер расцвел. Ну, есть у кого-то коты цветут. Ребята, я не знаю в миксе, кому какой сорт попадется. Садовник нам сорт не указывает. Те, которые по сортам, да, вот они у нас есть по сортам. Вот, смотрите, все они у нас подписаны. Все стоят в плошках по сортам. Но у них и цена совсем другая. Микс, я не знаю, кому какой попадется. Я могу вам выбрать только по величине розетки, по листу. Но не знаю я, какой там цвет. Ну, не мучьте меня, честно. Какой там цвет? Я согласна взять розовые и желтые. Ребята, я не знаю, какой здесь цвет. То, что это все сортовые, это 100%. По размеру теперь. Смотрите, вот это я вам показываю. Это 2,5. Вот сейчас я вам положу на коробочку, чтобы вы поняли, какие бывают разные 2,5. Видите, и тот 2,5. Это еще зависит от сорта. Смотрим сюда. Это 1,7, вот этот. Это 1,7, а вот это 2,5. Они абсолютно одинаковые. Очень много зависит от сорта. Вот у нас есть подростки из Германии. Они в 1,7. Цена у них приятная, очень приятная. Цена у них 135 гривен. Ну, смотрите, 1,7. Вот они 1,7, но они очень такие, они маленькие, как видите. Поэтому миксы, я же говорю, я могу вам выбрать по листу. Я спрашиваю всегда, большие, поменьше выбирать. А по цвету тогда только по сорту, ребята. Поэтому, ребятки, акция недели. 3 штуки. Если берете один, будет 150 гривен. Не один 150, а если берете 3 штуки, это будет 450 гривен. Напоминаю о том, что у нас есть садовые ножницы, вернее цветочные, с загнутыми концами. Цена 240 гривен. Качество здесь хорошее. Есть фитосветильники 60 сантиметров, 90 сантиметров и 1,20 м. 350, 400, 450 гривен. И, соответственно, все для ухода за цветочками. Химикаты, удобрения, горшочки, кашпо. Единственное, что у нас нет, ребята, зажимы бабочки. Есть только вот такие вот держатели с бабочками. А самих зажимов бабочек почему-то нам сейчас не дают, их нету. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о профилактике. Карапина, стекло.
живой мох, все у нас есть. Кора, кстати, у нас замечательная. Ребятки, всем приятного просмотра. Кого нет у нас в группе Вайбере, добавляемся. Пока-пока.